ехали, они быстро ехали. А эта женщина, видимо, как мне сказали, вот из бани шла от соседей. И вот, понимаете, ну, она, причем вот мы ее увидела, я так внимательно смотрю всегда на дорогу сама, я не за рулем, да. И она вот как-то раз и перед стеклами, мы закричали, дочка еще была здесь с нами, но ничего не сделать уже, понимаете, остановились как-то смог в этот... Стукнула, отлетела туда. Пульс долго. Да. Я сама медработник, я, в общем-то, смотрела на сонной артерии. Пульс слабый, но он был. Но скорая тоже долго ехала, конечно. Ну, в общем, не знаю. Может, и все равно бы не... 17.45. Ага. Да. Ну, это вот я уже пульс посмотрела, вот это 17.45. А вы из Санкт-Петербурга в Кингисепп ехали, да? В Кингисепп? Да. Ну, сами кингисеппские, да? Нет, мы питерские. А, питерские. Ага. Понятно. Как вы думаете, из-за чего? Темно. Я думаю, из-за того, что темно, это раз. Ну и, конечно, переходить вот здесь, вот она как вышла из дома, она сразу пошла. Ни фонарика у нее, ничего. Ну, вот как бы, была бы хоть с фонариком, может, увидели бы какой-то свет. Нужно людям вообще одевать катафот? Стоит ли жизнь? Обязательно. В основном я считаю, вот я больше-то пешеход сама. Я считаю, что обязательно знаки вот эти должны быть, конечно, обязательно. Вот такое время суток, это же как тут можно что-то увидеть?